Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Барановский, я учитель игры на Варгане. И сегодня такое незапланированное видео, я бы сказал, спонтанное. Вот. Но сегодня поговорим мы о вот этом уникальном объекте. Варган попал мне, можно сказать, в руки случайно. Я случайно наткнулся на него в сети, вот, и договорился с владелицей о том, что я она мне пришлет его, я попробую. Если мне понравится, я его себе возьму. Договорились о цене, прислала, я попробовал и надо сказать, что вот подобный варган я до этого в руках не держал и удовольствие играть мне не доводилось на подобных инструментах. Ну, во-первых, размер. Давайте я вам для перспективы покажу привычный нам всем барган алтайский Поткина. Вот рядом с этим гигантом он выглядит крошечным. Эм... Большинство варганов, попадающих мне в руки, можно называть варганами универсальными, то есть они… Какие, с какими я по большей части сталкиваюсь, с двумя основными применениями варгана. Человек играет на врагане для себя, форма медитации такая, либо он играет кому-то, что чаще всего происходит. Да, он берет в орган, чтобы куда-нибудь или выйти в лес, или там друзьям или родственникам кому-то поиграть. Вот посмотрите, как я умею, какая штука, какие звуки, какие интересные. Вот и тот и тот способ применения имеет право на существование. Но, как я уже говорил, большинство из варганов универсальны. может делать и то, и другое. Вот этот варган, уникален тем, что он очень тихий. Он очень тихий и где-то в шумной постановке, улицы, суеты какой-то домашний, городской, его просто не будет слышно никому, кроме играющего. И мне пришлось достать микрофон, чтобы вот эти низы передать вам, те вибрации. Я когда попробовал этот варган, я почувствовал вибрации такой мощности, которая проходит прямо по челюсти, голова вибрирует, и дальше по позвоночнику вниз опускается в грудь, в бедра, в ноги. Это отбойный такой молоток, который пробивает хорошо. За счет особенностей своей конструкции длинный язычок выдает очень низкие вибрации. Это один из самых низких варганов с которым мне доводилось входить в контакт. И чтобы услышать, чтобы понять, почувствовать его звучание, надо надеть наушники. Вам. Если вы это слушаете сейчас, если вы хотите услышать хоть что-то, понять, в особенностях звучания этого органа, вам нужно надеть наушники. Конечно, чем качественнее, тем лучше. Но даже любые самые дешевые наушники будут лучше, чем какой-нибудь хороший динамик, ну такая вот особенность в почему-то их низких вибраций, даже не только в органов, это касается и бубнов, когда люди записывают видео, выкладывают на YouTube с бубном, большая часть просто ютубом частот и динамики не просто не передают эти частоты, потому что они не приспособлены, они для этого не созданы. У наушники в этом смысле в, качестве, в смысле звукопередачи будут намного лучше, поэтому Надевайте наушники и сядьте где-нибудь в тихом месте и просто послушайте. Uh, -huh. такие вибрации земные. Нижний мир заземляет, вводит сознание в, в очень такое интересное состояние, можно сказать, в трансовое. Ты вниманием уходишь за звуком, за вибрацией эго остается там, за порогом, за дверью. Вот, и ты наслаждаешься просто пребыванием в вечности. Вот. Внушительный инструмент и не для показухи. Я сначала думал, да, вот размер, вот эта вся, вот эта вот вся лингамность его образа, его силуэта, мне казалось, это про что-то, про вот про какое-то броварство, но нет, здесь наоборот, это инструмент, который вы достаете не перед гостями, а наоборот, когда уже все ушли, вы остались одни, и вместо того, чтобы залипнуть в какую-то ленту, новостную или в соцсетях где-нибудь. Да, и вы берете в орган и чистите себя. Умываетесь родниковой водой, бьющей из земли. Вот такие у меня образы, такие ассоциации, такие речевые модули рождаются, описывает этот варган очень интересный опыт я люблю брать новые варганы в руки пропускать их через себя исследовать с их помощью себя знакомиться с варганами с тем что каждый, каждый из варганов имеет уникальный э, диапазон да и они они разные все разные вот э, и пропустив через себя впитав то что может чему может научить инструмент, я пускаю в орган дальше. Всех в органов не напасешься, вот, всех не соберешь, да и смысл таскать, потому что на всех в органах сразу не поиграешь. Поэтому какое-то время он у меня побыл, какое-то время еще побудет, и я думаю, что я буду потихоньку готовиться передавать его постоянному владельцу какому-нибудь, он будет искать себе хозяина постоянного, он у меня был в гостях, у меня в гостях он обрел чехол, я получил его просто замотанным в тряпочке. У меня он обрел чехол, вот я этому чехлу подарил вот, так, вот такую вот паракордик такой, потому что чехол, я чехол получил от мастера без, без канатика. Вот. Завязал с любовью, с заботой. Закрепил его хорошенько. Вот. И для тех, кто ищет чего-то уникального, чего-то повтор... неповторимого, чего-то, чего не могут предоставить и целые батареи варганов, которых можно найти в сети, которые продаются. Вот. Если вы ищете чего-то, звучание какого-то уникального, если вы ищете, ищете чего-то для себя, для души, а не для, для соседей, для гостей, для родственников или там для чего-то там, то присмотритесь, прислушайтесь. А если непонятно, заинтересовало, но непонятно, пишите мне. Я отвечаю людям, когда они мне пишут. Если задают вопросы, я на них отвечаю, даю советы, помогаю людям разобраться, помогаю людям выбрать, подобрать враган себе или на подарок. Вот. У меня часто бывает достаточно много враганов, с которыми я готов расстаться. Они у меня накапливаются. Эпизодически я там, беру себе несколько э, штук партиями, их заказываю перед тем, как проводить мастер-классы где-то, потому что часто ученики приходят на мастер-класс без собственного варгана. Они приносят с собой интерес и любопытство, но варгана у них то ли нет, то ли они его, бывает, что забывают. И вот чтобы было на чем показывать, на чем людям, чтобы тренироваться. Это не из таких варганов. Этот я вот, я же говорю, попал мне, можно сказать, случайно. Ну, я как бы держу глаза открытыми, смотрю, когда где что-то у нас появляется. Но вот Вовремя я заглянул, потому что сразу после меня владелица начала, начала писать несколько людей и перебивать цену. Пытались перекупить его, но я оказался первым, и мы договорились с владелицей, и все-таки он попал ко мне. Вот, и может попасть к вам. Обращайтесь. Меня найти можно по ссылкам в описании под этим видео. Есть дерево ссылок, переходите на него, там есть достаточно каналов связи, чтобы быть со мной на связи. Надеюсь, было интересно и познавательно. Этот варган не для каждого, но тот, у кого откликнулось, он почувствует сразу. Зов. Лингама. Нет у него имени, я даю ему им имя Лингам, потому что ну, он всем своим видом, всем своим размером, просто кричит. Вот. Заявляет о себе. Если остались какие-то вопросы, если есть замечания, пожелания, возражения, что угодно. Что угодно, что вы хотите выразить, можете выражать в комментариях. Я все комментарии читаю. Благодарю вас за ваше время, за просмотр за ваше внимание. Играйте осознанно, играйте вдумчиво, играйте на здоровье и несите любовь и исцеление. С вами был Вячеслав Барановский, учитель игры на Варгане, в том числе. До встречи!